А пришло время юридической странички в нашей программе. Есть вопрос от телезрителя. Вопрос такой. Должна ли в кабинете сотрудника службы «Одно окно» размещаться информация о его фамилии и имени? Юридическую консультацию для нас сегодня проведет Никита Ядловский, ведущий специалист Главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства. Доброе утро, Никита. Что ответим нашему телезрителю? Доброе утро. Сейчас я вам все расскажу. Да. Согласно указу президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 года номер 202 о службе «Одно окно», на рабочем месте и на бейдже работника службы «Одно окно» должна быть размещена информация о его фамилии, собственном имени, отчестве, если таковое имеется, а также о занимаемом работником должности. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Спасибо, Никита.